Привет, друзья! Это будет несколько видео разговоров с искусственным интеллектом, просто показать, как оно работает. Сейчас мы будем смотреть ChatGPT. Есть, ну, самый базовый вариант, я не буду делать это, когда без регистрации поговорить, потому что это на сайте DeepGrab можно сделать, и там только английский язык. Там бесплатно незарегистрированная версия, нельзя переключиться на какой-то другой язык. В компании OpenAI ChatGPT, если скачать программу на телефон, которую сейчас видите на телефоне, то можно выбрать язык. Я сначала использовал на автодетект, самый первый пункт, да, и оно глючит внутри между сообщениями. То есть я же не буду на разных языках менять чат, поэтому я просто переключил на русский язык. Вот здесь видно, и русский язык зафиксирован. И voice, тот, каким голосом она будет отвечать мне. Значит, что? Начинаем новый чат. Вот, чтобы начать новый чат, мы нажимаем наушники, и тогда он подключится. Что нужно понимать, что это... Сейчас мы будем проверять бесплатную модель, 3.5. Ну, сейчас бесплатно, да? И она отвечает, ну, более-менее так, но нужно понимать, что в фактах она, скорее всего, будет ошибаться, то есть это будет галлюцинация, то есть если мы будем спрашивать про какие-то даты, каких-то людей, тем более цитаты, то нет. С другой стороны, мне было прикольно, что она иногда отвечает про такие вещи, которые раньше блокировались, ну сейчас отвечает. В общем, нажимаем эту кнопку, и она подключится. Привет, ChatGPT, поговори со мной на какую-нибудь интересную тему. Привет, конечно, давай поговорим о путешествиях. Ты любишь путешествовать? Да, я люблю путешествовать, но давай поговорим о чем-то другом. Предложи три темы, которые... на которых есть что-то обсудить, на которых есть противоречия. Конечно, давай рассмотрим несколько интересных тем. Искусственный интеллект. Вот, некоторые люди считают, что ИИ принесет больше... крестик. Вот мы прервались, и у нас есть текст, она его до конца не дочитала. Я сейчас нахожусь на улице, тут есть ветер, все эти штуки, потому что в основном я сейчас разговариваю, когда иду. И что я пишу на улице, чтобы было понятно, что она в принципе понимает. То есть если раньше системы, с которыми я пытался общаться до вот где-то года два назад, они в нормальных условиях с чистым микрофоном вообще не понимали половину того, что я говорю, то сейчас в ветреную погоду, ну оно не все слова, конечно же, правильно распознает, но в принципе оно понимает смысл и может продолжать говорить, что вообще офигенно. Ну, в общем, она ответила вот эту тему, у нас предложил искусственный интеллект. Коммерчески, если вдруг там что-то не почитала, можно нажать пальцем, вот, и появится меню, и последнее read-aloud, оно тоже его опять прочитает. То есть, если я вдруг что-то сбилось или как-то произошло, что последнее сообщение не было прочитано, потерялась связь, какие-то такие вещи произошли. Ушло солнце. Значит, образование, климатические изменения, искусственный интеллект. Окей, мы можем обсудить образование. Давай обсудим тему образования. Значит, какая у нас самая большая сейчас контроверсия или противоречивость в образовании? Самая большая контроверсия в образовании, вероятно, касается методов обучения. Некоторые сторонники традиционных методов, таких как лекции и учебники, считают их наиболее эффективными, в то время как другие предпочитают более современные подходы, такие как активное обучение и индивидуальная работа. Это вызывает дебаты о том, каким должно быть образование в будущем и какие методы следует использовать для достижения лучших результатов. Я делал клуб у студентов, и я им сказал, что лекция – это худший способ обучаться, на что, в общем, со мной поспорили, и просто пришлось тому, что нет, что мы столько лет занимаемся лекциями, что не может такого быть. Вот скажи, почему лекции – устаревший метод? Понимаю твою точку зрения. В Союзе лекции вряд ли были распространены, потому что образовательные системы могли предпочитать более интерактивные методы обучения, такие как дискуссии, практические занятия и групповые проекты. Лекции, как чисто пассивный способ передачи информации, могли не считаться наиболее эффективным способом обучения в контексте, где акцентировалось на обмене и обсуждении идей. Хорошо. Значит, у нас есть плохой способ обучения – это лекция, а какой хороший способ обучения?
Хороший способ обучения обычно включает в себя интерактивные методы, которые стимулируют активное участие студентов. Это может включать в себя обсуждения, групповые проекты, практические занятия, использование технологий для обучения и индивидуальную работу. Эти методы способствуют глубокому пониманию материала, развитию критического мышления и применению знаний на практике. А зачем нам критическое мышление? Если у нас система образования, мы хотим, чтобы вот государство придумало, что нужно думать о мире, и чтобы каждый гражданин нашего государства думал именно это, считал свою нацию самой национальной, и все такое. Зачем нам критическое мышление это вообще? Критическое мышление играет важную роль в развитии общества и личного успеха. Оно помогает людям анализировать информацию, принимать обоснованные решения, разрешать проблемы и адаптироваться к изменениям. Без критического мышления люди могут стать подвержены... Определи для начала, что такое критическое мышление. Хорошо, давай продолжим. Критическое мышление также помогает людям развивать новые идеи, инновации и решения для различных... Дай определение критического мышления. Критическое мышление можно поделить на несколько ключевых аспектов. Анализ – способность критически оценивать информацию, выделять важные аспекты и распознавать логические связи между ними. Синтез – способность объединять различные идеи, концепции и данные для создания новых знаний или решений проблем. 3. Оценка – способность оценивать аргументы, идеи и решения на основе их качества, достоверности и релевантности. 4. Критика – способность критически рассматривать различные точки зрения, включая свои собственные, и искать слабые места или ошибки в аргументации. 5. Творческое мышление – способность генерировать новые идеи, решения и подходы к решению проблем, выходя за рамки традиционных мыслительных шаблонов. Эти аспекты критического мышления взаимосвязаны и важны для развития комплексного и глубокого мышления. Окей, давай вернемся так, в общем, к образованию. Кто должен быть ответственен за образование? Государство, сами люди должны выделять, родители должны детей заставлять. Вопрос об ответственности за образование вызывает много дискуссий. Обычно за образование государство несет ответственность в смысле обеспечения доступности, качества и стандартов образования. Однако родители также играют важную роль в образовании своих детей, поощряя учебу, обеспечивая поддержку и стимулируя личностное развитие. Идеально это взаимодействие между государством и семьей, чтобы обеспечить полноценное образование и развитие каждого ребенка. Как ты думаешь, насколько проблемы нашего текущего общества связаны с тем, что у нас плохое образование? Образование играет важную роль в формировании общества и решении его проблем. Плохое образование может привести к множественных последствиям, таких как низкая грамотность, недостаточные навыки для конкурентоспособности на рынке труда, ограниченный доступ к информации и возможностям, а также увеличение неравенства. Поэтому улучшение образования может помочь решить многие проблемы, с которыми сталкивается современное общество, такие как безработица, бедность, преступность и недовольство. Приведи пример, в какой стране произошло нормальное улучшение образования и что это дало. Можно привести пример Финляндии, которая часто упоминается как одна из стран с самой успешной системой образования. В Финляндии уделяется большое внимание качеству образования, равенству доступа к нему и профессиональной подготовке учителей. Это привело к высоким показателям успеваемости учащихся, низкому уровню неравенства в образовании и широкому доступу к высшему образованию. Эта успешная система образования стимулирует инновации, экономический рост и социальное благополучие в стране. А как всякие бедные страны, военные конфликты, могут вообще... вкладываться в свое образование, когда им вообще не до этого. Понимаю твою точку зрения. Действительно, страны, находящиеся в состоянии военного конфликта
или столкнувшиеся с серьезными экономическими проблемами, могут испытывать трудности с инвестированием в образование из-за ограниченных ресурсов и приоритетов. Однако инвестирование в образование в таких странах может быть важным шагом для решения коренных проблем и выхода из кризиса. Образование может помочь преодолеть бедность, уменьшить неравенство, содействовать мирному разрешению конфликтов и создать основу для устойчивого экономического развития. Поэтому даже в сложных условиях... Это понятно, но смотри, если у нас есть плохая система образования, у нас получается большое количество необразованных людей, которые в основном силой отжимают друг у друга какие-то ресурсы и захватывают власть государства. И, конечно, они очень далеки от понимания того, насколько важно улучшать образование государства. Это такой поддерживающийся цикл. Что с этим можно вообще сделать? Это действительно сложная ситуация. Для преодоления этого цикла важно принять комплексный подход. 1. Приоритизация образования. Государство должно сделать образование одним из основных приоритетов, выделяя достаточные ресурсы и разрабатывая эффективные стратегии для обеспечения доступности и качества образования для всех граждан. 2. Вовлечение сообщества. Активное участие родителей, местных лидеров и общественных организаций может помочь создать поддерживающую среду для образования и повысить его ценность в глазах общества. 3. Повышение осведомленности. Важно проводить информационные кампании и образовательные программы, которые помогут людям... Ну, когда ты говоришь, это подход сверху вниз. То есть это когда у нас есть какой-то руководство страны, какие-то люди, которые владеют бизнесом, которые вообще понимают, что образование – это будущее страны. Но если эти люди просто занимаются грабежом страны, им как бы и нет такого смысла вкладывать. Есть ли какие-то примеры снизу вверх информации образования? Да, есть примеры снизу вверх информации об образовании, которые могут быть эффективными. 1. Сообщественные инициативы. Группы активистов, родители, учителя и другие заинтересованные лица могут создавать и поддерживать инициативы по повышению осведомленности о важности образования, организовывая образовательные мероприятия, дискуссии и кампании. Социальные медиа и онлайн-платформы. Использование социальных медиа и онлайн-платформ для распространения информации о значении образования может помочь привлечь внимание и заинтересовать большее количество людей, особенно молодежи. 3. Образовательные программы в местных сообществах. Создание и поддержка. То есть, я так понял, все-таки могут быть определенные активисты, которые узнают о новых методах образования, не в этих старых лекциях, не в, ну, в общем, не всех этих устаревших скидывании определенной информации на людей, и будут пробовать создавать группу людей с такими способами образования, и с помощью этой эффективности они, по сути, будут создавать больше образованных людей. Да, именно так. Активисты и инициативные группы могут играть важную роль в привлечении внимания к новым методам и подходам в образовании, которые могут быть более эффективными и привлекательными для современных учащихся. Приведи какой-нибудь пример, где государство боролось против таких активистов, и что они делали, и какие они приводили аргументы. Один из примеров, когда государство боролось против образовательных активистов, может быть связан с событиями в различных странах, когда правительства подвергали критике свои образовательные политики и методы. Например, в ряде стран активисты и преподаватели могли сталкиваться с преследованиями, арестами и запретами на их деятельность. В качестве примера можно упомянуть случаи протестов учителей и студентов против реформ образования в различных странах, когда правительства предпринимали меры для подавления протестов и запрещения деятельности активистов. Государственные органы могли использовать различные аргументы, такие как необходимость соблюдения порядка и законности, защита национальных интересов и стабильности образовательной системы. Однако, несмотря на препятствия и репрессии,
многие образовательные активисты продолжают свою деятельность, используя различные методы и стратегии, чтобы привлечь внимание к проблемам образования и добиться изменений в системе. Эти активисты могут выступать за свободу слова, защиту прав... Выведи основные 5 проблем образования. Основные 5 проблем образования могут включать в себя: 1. Недоступность образования. Многие люди по всему миру сталкиваются с проблемой доступа к качественному образованию из-за финансовых, географических или социальных ограничений. 2. Низкое качество образования. Некоторые образовательные системы страдают от низкого уровня качества обучения, устаревших методов и ограниченного доступа к ресурсам. 3. Неравенство в образовании. Существует значительное неравенство в доступе к образованию и его качеству между различными группами населения, такими как бедные и богатые, сельские и городские жители, мужчины и женщины, что может усугублять социальные и экономические неравенства. Чичири. Неадекватность образования для рынка труда. Некоторые образовательные программы не соответствуют требованиям современного рынка труда, что может приводить к недостатку квалифицированных специалистов и увеличению безработицы. 5. Отсутствие инноваций. Многие образовательные системы могут быть слишком жесткими и мало подвержены изменениям, что затрудняет внедрение новых методов обучения, технологий и инноваций. Приведи 2 аргумента 2 за и 2 аргумента против, когда частные компании, например, то есть есть выпускник с вуза, он выпустился, и он как бы нифига не понимает, и компания внутри себя начинает его доучивать, то есть бизнесы внутри себя делают мини-университеты, которые уже по-нормальному доучивают выпускников. Аргументы за. 1. Улучшение навыков и подготовки. Частные компании могут предложить обучение, которое более соответствует требованиям рынка труда и помогает выпускникам развивать практические навыки, необходимые для успешной карьеры. 2. Увеличение конкурентоспособности компании. Компании, инвестирующие в обучение своих сотрудников, могут создать более компетентную и мотивированную рабочую силу, что способствует повышению производительности и конкурентоспособности бизнеса. Аргументы против. 1. Риск эксплуатации. Компании могут использовать обучение как способ эксплуатации сотрудников, вынуждая их работать за низкую зарплату или предлагая ограниченные возможности карьерного роста. 2. Недостаточное разнообразие обучения. Компании могут ограничивать доступ к разнообразным образовательным возможностям, фокусируясь на узкоспециализированных навыках, которые могут не соответствовать потребностям и интересам сотрудников. Окей, хорошо, спасибо. Пожалуйста, рад был помочь. Если у тебя возникнут еще вопросы... Ну и, в общем, я вот так задаю какие-то вопросы, пока система мне отвечает. Я думаю о том, что было, и думаю дальше, какие вопросы я могу задать. Если нужно, я могу так остановить, перечитать какой-то. Ну и можно еще сделать вот так. Сделай, пожалуйста, итог из summary нашей беседы. В ходе нашей беседы мы обсудили несколько ключевых тем, включая проблемы и вызовы в образовании, роли государства и общества в улучшении образования, а также важность критического мышления и активного участия граждан в образовательном процессе. Мы также рассмотрели примеры успешных систем образования и возможные подходы к решению проблем, связанных с недоступностью и низким качеством образования. Важно признать значение образования как ключевого элемента для развития общества и поддержания его устойчивости и процветания. Понятно. Вот, ну, на этом все. Дальше, я думаю, мы сделаем с платным GPT-4, а потом я буду думать, как можно поговорить с другими моделями. У них в основном нету такого прекрасного интерфейса, но посмотрим. Все, спасибо, что смотрели. Пока.